И вообще я заметила, что он быстрее стал чему-либо обучаться. Даже элементарно ему покажешь какое-то движение, он с первого, со второго раза уже повторяет. Или сам даже не говоришь, а сделай так, повтори. И мы иной раз, мы один раз с ним баловались, и я вот так щеками сделала 2-3 раза. Он смотрел, смотрел, хохотал, потом сам также повторил. Потом он, ему нравится цветы нюхать. Как-то вот он научился вдыхать носом. То он вообще не понимал, плакал, я не понимала, как это делать. У него особенно вот тюльпаны, когда расцвели красные, ему нравилось, он прям подходил каждый день, нюхал их, разглядывал, показывал. Ему нравится вообще. И вообще ему нравится красное все сейчас. Вот. Ну, вот такие вот у нас изменения. Может быть, что-то, если забыла, в следующих видео расскажу. Спасибо, Давид, спасибо, Йосифа, за вашу помощь большую. Очень вам благодарны. Будем дальше вам следующие видео отправлять, о наших улучшениях рассказывать. Всего до свидания.